это здание, видите, тоже немножечко повреждено. Ну как, взрывной волной повылетали окна. Оно-то, в принципе, целое. Вот, но окон не хватает. Смотрите. Это у нас Воронцовский дворец. Идет реставрация полным ходом. Ну, как полным, я, конечно, преувеличиваю относительно полного хода. Но идет какая-то реставрация. Так, сюда, между прочим, тоже нельзя было проходить. Здесь тоже было все закрыто. Мы с вами идем на Воронцовскую колоннаду. О, здесь уже нельзя ничего фотографировать и снимать. Понятно? Ребят, мы сейчас с вами идем посмотреть на Ведьмин дом. Ну, или называется он еще дом с одной стеной. Названия у него разные. Вот он уже буквально перед нами. Вот этот, которого такой непонятного цвета низ и непонятного цвета верх. Так, вот здесь, кстати, вот в этом месте, где вот это серенькое здание справа от меня, здесь снималась часть фильма «Ликвидация». Вот, вот этой, это была, по-моему, эклерная какая-то или, ну, короче, какая-то кафешечка. Вот, ну вот этот домик, Ведьмин дом он называется, или, иными словами, дом с одной стеной. А почему, сейчас вы поймете. Сейчас мы дальше с вами чуть пройдемся. И он действительно как будто бы в нем одна стена, как будто бы сзади ничего нет. Как будто бы вот это вот одна стена. Сейчас я вам покажу. Ближе пройдемся. Так. Я представляю, какие тут страхи испытывают люди, которые живут здесь, когда идет атака на порт от этих террористов от России. Представляете, как здесь громко, как здесь страшно. Так, ну вот он. Смотрите. Видите? Как будто бы сзади ничего нет. Вот уже так чуть-чуть начинает стена виднеться. Видите, стену видно, а вот так такое ощущение, как будто бы стена одна. И сзади ничего нет. Вот так он смотрится.